29 декабря 2009 года к нам в гости пришел наш дорогой Николай Иванович Якимов, который уже 9-10 год, крепкая наша порода, да? Выглядит на 40, как огурчик, молодой, красивый, а? Румянец, на лыжах бегает, я не могу догнать его, хотя мне 63 года. Не догнать, так быстро бежит. Да? Сейчас вот Егору дал задание, моему 10-му ребенку, моему 6-му сыну, быстренько, хотя бы с нот, быстро сыграть что? Позарастали стежки, да. О! Сейчас.